Более 40 мобильных прививочных пунктов ежедневно работают в Тюменской области. В Тобольске поставить прививку от коронавируса можно во всех филиалах поликлиники. Для иммунизации в регионе имеется достаточно вакцины гамковид-вак, а вакцины «Спутник М» прививают подростков. У нас в первую очередь были вакцинированы это студенты Тобольского медицинского колледжа, которые еще несовершеннолетние, включая, потому что наиболее большой риск связан здесь. И также наши сотрудники тоже активно участвуют в вакцинации и в ревакцинации против коронавирусной инфекции. Добавлю, что вакцинацию от коронавируса в Тобольске и Тобольском районе прошли более 75 тысяч человек.